Так что заходите, не стесняйтесь, мы сегодня будем играть в Террарию. Вы знаете, что это за игра такая? Да, знаю. Рассказывай. Короче, там ты разбойник, вот на тебя охотятся разбойники, и ты грабишь караваны. Угу. А это вроде Аркейш называется. Не, их путают, их очень часто путают, это не оно. Смотри, Террария, смотри, где Тер. Тер означает плоский, Ар означает пират, и А это ослик, смотри, плоский пират ослик. Это же, ну, вы уже поняли, объяснять? Вы же поняли, что это уже. Да, это One Piece. Когда... Евгений, выйдите из сумерок, пожалуйста. А. Я понял, да. Даже вы поняли? Я понял, вы из сумерок выйдете. Плоский ослик, это Шрек 2 на... Да, нет, это не Шрек 2, это Шрек 6. Ну, новый Шрек, хотел сказать. Новый Шрек. Вы не играли в новый Шрек? HD Edition. Да, да. HD Edition? HD. Короче, суть в чем? Я и зрителям это скажу, и этим. Вот этим. Вот этим вот. И вот этим вот, за мной играющим. Короче, у нас... Мы сегодня поиграем в новую игру. В Террарии у нас есть игра в игре. Знаете, такое игра в игре? Вот в Террарии мы сегодня поиграем в Павлика Морозова. Есть, короче, подозрение, что кто-то читерит. Вот. Это не я, потому что все на записи есть. Потому что я вообще ничего не шарю. Предлагаю поиграть в игру Павлика... Ну, знаете, да, Павлик Морозов? Кто такой Павлик Морозов? Знаете? Не, ты что? Ну ладно. Короче, он там своего батю предал и его убили. Он сдал его коммунистам. Ну это в древние лохматые времена. Да, мы тоже кого-то убьем и сдадим коммунистам. Насчет убийства можно в Террарии чисто, а так не надо. Вот. А насчет сдавать, если вы не надо человека сдавать, ну хотя не знаю. Вот. Да отстань ты, тучка, блядь. Короче, если вы кого-то увидите, что вас, что какие-то намеки на читерство. Вот, кричите, орите, вот, мы этого человека вознаградим, то есть, ну как это будет, я вас всех остальных кикну, а с ним более останусь только играть. Так, ладно. Есть смысл, да? Я хороший, вообще-то, как это, поставил вам, блин, я слово забыл, все, я старый. Цель? Цель. Ну, не цель, это не приоритет, вот слово, на П, на начинающееся. Стимул, на П начинающий, вот, стимул. Хороший стимул. Угу. Что мы сегодня делаем? Ну, я иду под землю. Давай, удачки. Удачи найти пауков, пауков. Ну, просто я в дырку ору. Там эхо, по идее. Эхо ищу. Меня просили вернуть слитки на базу, да? Ну, они у тебя есть? Ну да, имею в виду возле наковальни поставить. Они у тебя есть или ты их принес из другого мира? Да, вот поставил вопрос, Женя, да опять, отлично. Ну, я детективное расследование у нас. Я Эркель Пуаро. Я могу все наши слитки, в принципе, унести. Удалить. Давайте лучше я их спрячу. Ну, кстати, граф у нас заведующий складом. Да, предлагаю спрятать от него слитки. Первый, кто под подозрением, становится граф. Тем более, посмотри, в какой он странной форме сейчас стоит перед нами. Он типа палится, что он просто паучок, но мы-то знаем, что это граф. Вылазь. Нет, я паучок. Вылазь. Я паучок Валера. Валера, вылазь. Вы швабры его, швабры. Настало твое время, вылазь. Так, Колесов. А. Здравствуйте. Ага. Я по вашим глазам красным вижу, что вы хотите какать. Ладно, пойду. Давайте. Меня-то упрашивать не нужно. Давайте. Так, хорошо. Раз у нас Лёха с целью, прям у Лёши есть цель, и он ее придерживается, типа пойти паутину найти. Андрей, чем заниматься будешь ты? И не умереть от пикси. Какашка. Женя, ты доволен? Я, да. Граф, тут просили передать. Кто? Да, сам не читай, да и почитай. Очень другой. Нужно. Да. Андрей! Андрей! Алло. Привет! А какой пароль? 7. 7-7. 7-7 салабим. Сложный. Да. А чем вы сегодня будете заниматься, Андрей? Террарию играть.
Не ожидал. А если я выйду, как ты будешь? Ты так сможешь, конечно, играть в Террарию, но... Не с нами. Не со мной, как видимо. Так звучало, как будто я его это шантажирую. А ты не будешь со мной играть в Террарию? Это не так. Да, Андрей, не парься, пожалуйста. Не, да. Так, ну что? Может, чем-то займемся полезным? Что нам для дома вообще надо? Направьте меня, пожалуйста. Скажи, иди нахер, я пойду. Руда нам нужна. Туда? Руда. А, руда. Руда туда-сюда. Которую сколько у меня накопал сейчас? 73 палладиевой руды уже. Кольцов, давай, я с тобой пойдем. Пойдем с тобой. Никто не хочет брать с собой мелкого, знаешь, вот это, я ему и пиздюк. Я могу взять с собой, но ты мне поможешь пауков искать? Ты уже убежал. А я недалеко убежал от базы. Он пытается сбежать от меня. Нет! Я не пытаюсь, я это и делаю. Он пытается сбежать! Я смогу. Я догоню когда-нибудь. Ого! А куда ты идешь? Не знаю, в джунгли посмотреть, что там. Умирать. А мы убивали же пчелу, да? Да. Но выпала с нее вот эта медовая фигня. Нет? Медовые соты. Ну, что-то выпадало, я Лехе отдавал. Ну, они в сундуке у нас где-то лежат, я помню. А помните, как в прошлой серии мы эпично закончили? Как? Ну, нас всех убил огромный механический червь. Пожрать. Вы забыли уже, да? Да. Что ж вы так? Ну так. У нас 4 облака в бутылке. Что-то выпало. Чё? Жезл, какой-то жезл. Поставь, активируй, заколдуй давай. Заколдуй. Так. Махалай. Я паутину вижу, вот самое радищное стоит паутина, понимаете? Так, жезл. Вот. Ой, тучка выпала. А, это в тучке, что ли? Блин, да что за тапок такой? Радиотапок. Это какой-то ужас. Эй, Бигель! А может быть такое, что в мире ни одного паука нету? Ну, я сомневаюсь в нашей такой удаче. Ну, и Бигель, конечно, по дамагу херня. Ну, у меня. Наверное... Она дохо модная считается, так что да. Ну, она один урон, одно хп дает. Ну, у них защита просто выросла у мобов после того, как мы перешли вот этот прикольный... Так, синяя перчатка, ребята, это что? Это Танос. Это у меня такая же, да. Это понос? Сейчас как щелкну. Да какой понос, говорю, Танос. Не, может у Таноса понос, я не в курсе. Два. Ну да откуда эти раки берутся? Минус мои денежки. Ты умер? Да. Зачем? Жень, ты где? Я не дома. Перчатка для милишника у меня есть. А что она дает? Убрасывание усиливает. Увеличивает размер твоего оружия. А, увеличивает отбрасывание ближним и увеличивает размер. Ну хоть оружия. Не ануса. Тогда возьму. А что со здоровьем, тогда? Жень? Да, что-то мне приплохело. Не откат. Еще откат 10 секунд. А она, Эбигель, не может умереть, да, здесь? Не, она не нету хп. Блин, черепаха, Женя! Я боюсь эту черепаху. Тут еще одна вылезла, отлично. Угу. Она прыгает.
Я точка, 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 я в собственный медведь! Ах, как приятно тучки по небу лететь! Нет! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ну, заодно же не перчатку отдам. Жесть, конечно. Как она тебя, а? Это был этот, Сплинтер, Рафаэль. Да, там, с другой стороны, еще Леонардо. Да. Так, Леха, привет. Отдай свою руку. Спасибо. Плюс одно движение. Да, хорошо, вместо чего мне ее взять? У всех перки 130, тиры-буры. Или броню сначала крафтим. Походу я без регенерации останусь. А, подожди мне. А можно у меня есть кость... А, подожди. Объясните мне... Извини, Леш, ты что-то спросил? Жека дрожит. Леш, ты что спросил? Нет, не говори. Окей. А как мне объединять предметы вместе? Я знаю, что айтемы можно объединять. На верстаке. Вот здесь вот, Жень. Вот сюда вот идешь. А как мне узнать, какие предметы объединяются? Это уже к гиду. Подожди, ну у верстака я и чё? Колесов, иди ко мне, пожалуйста. Ну так же скрафти типа. Колесов, иди сюда. Так, сейчас. Гид. А у нас гид мертвый, да? Нет, он здесь, я к нему подошел. А ты где? Кто у нас еще стрелок, ребят? Что? Кто? Кто у нас еще стрелок? Андрей вроде стрелок. Андрей? Так, а ты где? А, ты умер. Все, я тебя жду на базе. В изготовлении у него, да? Или как? На, нажимай. Там, уточнить. Помощь или изготовление? Помощь. Так, ждем. И шо? Ничего не происходит. Помощь, он, по-моему, просто советы дурацкие да. говорит. Да, изготовление. А. И что? Я ничего не понимаю, я тупой или где? Подойду, я тебе скажу. А, подожди, я тупой. Наверное, вот так, да? Нет. Это сейф, блин, я на сейф нажал на чей-то. Смотри, подходишь, это общий изготовление, и вот в слот появился, посмотрите, там материал. Ты помещаешь материал, и он тебе говорит, что нужно. Вижу. Вот, допустим. А, мне надо зеленое... А, звериный коготь надо. Вот, допустим. А, не звериный коготь, это другая рука была, да? Эссенции могущества, эссенции прозрения, эссенции ужаса. У нас это все есть? Это нельзя улучшить? Нет, конечно, мы же не убивали никого. Вот. Помещаешь предмет туда, и он тебе еще нужен. А воздушная рыба-фуга, это рыбалкой надо заниматься, да? Ну да. А можно ли с чем-то эмблемы улучшать? Можно. Эссенции могущества. А ботинок? И ботинок. Это реактивные сапоги вроде покупаются, насколько я помню, да? Да. Андрей. Ты ешь опять, что ли, Андрей? Почти. Приятного тебе. Вопрос. Так как ты мне задал этот челлендж с табуреткой, могу ли я... Ты как организатор этого челленджа, могу ли я перетащить... Ладно. Нет, сразу. Где мне этих пауков искать? Так, у меня браслет регенерации, это браслет звездных сил. Подожди, а нужно ли мне... А хороша ли эта перчатка титана, да? Она хороша? Ну да. А вот он увеличивает размер этого оружия. А... Хитбоксы у него увеличиваются тоже? Да. Ага, хорошо. Типа задевать будешь всех. А как вам поменять, ты говоришь? Да не, все, все, Андрей, ты сказал нет, значит нет. Вот не надо вот заднюю давать. Шо ж ты, фраер, сдал назад? Не бомасти я тебе! Так, а можно ли меч? Нельзя. Меч можно, зенит будет. А вот этот меч нельзя, а вот это копье нельзя. Ничего меч, нельзя. А книжка? Меч, он нужен на зенит, Жень. У меня да, подвижный лучевой меч, и он не вставляется поместить материал. Вот сюда, поместить сюда материал. А разве? Найди скилл, там, дискорд, что нужно на зенит. На зенитку? Да, на зенит.
Так, сундуки. А, граф, да? Здравствуйте. А, скажите, где, да, в вашем магазине присутствует лишний артефакт? А вон там подписано все. Тринки внизу. А где подписано? Тут не написано словами. На сундук наводишь мышки? Да, ну ты вообще ювелир. Да. Что там, шутки? Кольц, вот иди. Шутки для фана. Шутки для фана. А ты стендапер. Туки. А, я шутки прочитал, да. Ну, я в глазки долблюсь. Ты читать не умеешь. Я вообще не умею, на самом деле. На самом деле, я вообще читать не умею. Я даже букв не знаю. Я пытаюсь догадываться, о чем тут пишется. Вот тут написаны иероглифы. Тут написано стропоны. Нет, мне не сюда. Дальше идем. Не, ну для этого как раз тут и сделаны рамки с картинками. Вот по ним сразу все понятно. Ну вот смотри, по вот этим вот рамкам с картинками как раз и скажешь, что это кристальный стропон. Фак. Глазик. У тебя жопа горит, Колесов. Я знаю. Тебе норм? Повторю, я вижу паутину, но ни одного паука не встретил. Я вообще не понимаю, как это. А меня этот сундук бесит. Потому что ты его поставить не можешь и переименовать? Ты чё такой грустный, граф? Над тобой даже вот как в Луни Тюнс тучка появилась. Да? Ты чё грустный? Ты чё грустишь? Деньги, деньги. Тварь, обманул. Твой сундук обманщик, Колесов. Это не мой. Это твой. Не надо врать. Он происходит за мной, это не значит, что он мой. Так. Что нам нужно, ребят? Вы расскажите мне в терке, это что делать? Потому что я вообще не вижу. Мы... Надо сразу броньки. По-моему, мы прошли игру. Да, да, так и есть. После стенки там уже контента нет. Ну факт. Колесо, ты опять срёшь? Это не я. Кто-то унитаз украл. Смотрите, украли унитаз. Придется срать на полу. Народ, я там 17 золота обронил в пещере сверху. Вот, выходишь, что наша брала базу, там пещера и вниз туннель. А где дверь? Там 17 золота. Кому нужно, заберите. А тут люк. А, это люк? Вот его открыли. Народ, золото кому-то нужно халявное? Да, мы не пойдем. Это байт. Ну ладно, пойду порою, что ли. Вы меня никуда не берете. О, Жень, ко мне прыгай, пороемся. Я не знаю, ты далеко. Мне страшно. Мне тебя встретить? Не. Не парься. Мне пригодилась бы лишняя пара рук. Пара-пара. Зачем ты собираешь это колесо? Ну, из них пули можно сделать. Ну пофиг, я пошел рыться туда. У меня факелы закончились, так что в это, если что, несите факелы. Несите факелы. Классно тебе с твоей тар-тар-тар-тар-тар-тар? Да. Это, то есть меня так хорошо слышно, да, Жень? Нет, это Колесов. Я ему говорю. Ой, оборотень, 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 оборотень. О, оборотень, все, идем. Даже оборотень, а где пауки, блин? Нахрена я согласился с вами? Нахрена я стал призывать, не могу пауков найти. Ну вот такой призови вот пауков. Ты призыватель. Да. Можно. Не знаю, подай в суд на профсоюз призывателей. И что они вот за дискриминацию. Проблем не было.
Какая нам сейчас руда нужна? Или нет такой руды? Похожая на медь очень сильно. На не, название, медь. Название. Палладий, что ли? Палладиевая руда. Фон. Да, такая оранжевая, ярко-оранжевая. Я вообще находил какое-то количество, которое у меня... Я уже переплавил, шлем даже сделал этому Андрею. И Лене мы сет сделали, бур сделали. Если нам кирки нужно, вы скажите, я сделал. Начну собирать материал на кирки. А, уже ни штанов не хватает, да, если не ошибаюсь, на сет? Ну, у него не фулл сет, он не получил. У него штанов нет, да. Вот, сейчас штаны Жене сделать надо. И вообще, ну, а мне не нужны штаны. Ходят без штанов. Что тебе надо? Трусы? Экспедиционист. Ну, у меня в квартире достаточно тепло, и поэтому не осуждайте. А, ну, конечно. Это все меняет. О, я нашел огромный мимик, да? Ударил. Огромный? Ёб ты, а чё ты такой быстрый? Кажется, он меня убил. Офигенный мимик, быстрый. Да. А чё он такой быстрый? А он как мини-босс, это особенный мимик. А то есть есть и другие мимики? Ну, да. С него супер крутой лут впадает, да. Но он куда-то в лиарху летел, это все? Пока? Да, да. Да пофигу. Он летит. Да, но он не единственный. Женки моб просто. Подумаешь, редкий моб с шансом спавна на весь мир 5%. В условиях террарии это довольно часто. Ну, в принципе, да. Ну, с оборотень дома. Ты опять намекаешь, что кто-то предатель? Оборотень не в погонах. А, я думал, у нас он постер дома. Уже обернулся? Смотреть не обернулась ли она. Ты зачем гаечным ключом кидаешься, Андрей? Ну что, на слесаре, что ли, учился? А что, хорошее оружие, что ли? 38 урона. Ну, моё круч. Ну, это из разряда йо-йо-бителей, что ли, да? Нет, это метатели. Есть отдельные метатели, ну, а йо-йо это не метательная хрень? Нет, йо-йо это йо-йо, метательное оружие, это немножко другой тип оружия, но она тоже, на него распространяются модификаторы ближнего боя, но таким я хотел быть. Угу. Да. Угу. Я еще рубил. Я нахожу кучу паутины, но ни одного паука.